2 июня 1941 года без всяких претензий Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. И здесь вы видите предметы Великой Отечественной войны. Противотанковые, противопехотные мины, саперные лопаты разной формы, одна из них пробитая пулями, граната РГД-7Ф1. Также видите катушку связиста, телефон. Что все встали на защиту нашей Родины. Раненый капитан приказывает встать и идти в бой. Вы видите, обратите внимание на фрагменты ППШ-41, солдатские пряжки от ремней, спички, шкала артиллериста, каска солдата Красной Армии, пробитая пулями, штык-нож, образца к винтовке Мосина, бинт с танка Т-34. Кто с мечом к нам придет, отмечает погибли. Выставка посвящена нападению и поражению немецких войск. На выставочном фотоматериале вы видите, как фашисты пересекали границы СССР. На первом стеллаже вы можете увидеть каску, пробитую штыком от советской трехлинейки. Рядом расположена бутылка из-под шнапса, баварского пива и из-под лимонада. На следующем стеллаже расположены предметы солдатского обихода, такие как перекись водорода, мужской одеколон, духи фирмы Нивея, ручка Паркер, браслет, солдатский жетон, тюбик с подзубной пастой и так далее. На следующем стеллаже расположены походно-бытовые солдатские принадлежности. Котелок, фляжка, ложка, вилка, ножик, консервная банка, кружка и так далее. Из одного металла люк, медали за бой, медали за труд. На этом стеллаже вы видели фотографии тех, кто воевал на фронте. У них были разные судьбы, но они восстанавливали страну, даже как и воевали. Титовск Федор Степанович получил Героя социалистического труда за труд. На втором стеллаже вы видите фотографии наших ветеранов, которые жили и живут в нашем городе. Николай Васильевич получил орден Отечественной войны и второй приближали, степени за бой и за труд. Начиная гражданин 1979 по 1989 год. Здесь вы видите и фотоматериал, и книгоматериал, и пластинку «Время в интернет» по дарственной клетке в марте 2014 года. Там Дальше видите географическую карту Афганистана. Шурин, так называли наши суда, все шурины представлены здесь. Книга «Чернобыль» там описывается жизнь погибших в Афганистане. Предметы солдатской пехоты, это фляжка, котелок и еще одна фляжка. Примерная техника в Афганистане. Противотанковые и противотанковые.